Добрый день. На моем столе светильник Люсоли LSP0300. Данный светильник был представлен в каталоге Loft. И сейчас мы на него посмотрим. Можно видеть, что светильник довольно хорошо упакован. Каждая его составляющая упакована отдельно. И сейчас мы соберем его и посмотрим на данный светильник в его рабочем состоянии. Вот так выглядит светильник в собранном состоянии. Также хотелось бы отметить красивый серебристый патрон, довольно-таки необычный. Размер светильника следующий. Длина 28 см, ширина 25 см и расстояние от крепления составляет также 25 см. Включаем. Лампочка сейчас стоит с цоколем E28. Не рекомендуется использовать лампочку с мощностью более 60 Вт. Также хотелось бы отметить, что лампочка не входит в комплект светильника. И, в принципе, можно использовать вместо данной лампочки, например, лампочку Edison. Вот такой красивый светильник из металла с нарочито грубой темно-серой покраской. Хорошо впишется в соответствующий лофтовый интерьер. Итак, спасибо за внимание. Если вам понравился этот видеообзор, не забываем ставить лайк. И, разумеется, подписываться на наш канал.